2020 год високосный. На прошедшую субботу выпало 29 февраля. Несмотря на то, что это выходной, в Лидском ЗАГСе зарегистрировала брак только одна пара. Видимо, для молодоженов дата не является привлекательной. Всего же с начала этого года в Лиде было создано 87 семей. Спокойно в последний день февраля было и в Лидском роддоме. Отмечать день рождения раз в 4 года не пожелал ни один ребенок. Но за два первых месяца 2020 года в нашем городе родилось 154 новых маленьких жителя, из них 86 мальчиков и 68 девочек.